мы на месте. Ну что, а? Какой у нас план? Чай, тебе нужно пробраться за кулисы. Мимоза вот-вот выйдет на сцену. Придется поспешить. Этот путь приведет тебя к ее раздевалке. Прокрадусь незаметно. Да уж, это ты точно умеешь. Эй, я же стараюсь. Тебе нужно застать ее врасплох. Иди, у тебя мало времени. Увидимся на концерте. Мы справимся. Вместе. Я иду, Мимоза! Иди прямо по коридору и попадешь в ее гримю. Мы не смогли задержать нарушителей. Я не дам им сорвать мое выступление. Я иду на сцену. Но, а как же детский хор? Пусть на диджейской площадке поют. Так, засада и облом. А, ладно, придется, как обычно, импровизировать. Приветище, это Хай-Фрай... Запутался. Хай-фай раш, и мы идем выкрадывать Мимозу. Че я долблю этот бедный автомат, который уже раздолбал? Я, видимо, очень зол на эту Мимозу. Не знаю почему, мы еще лицом к лицу с ней не встречались. Но, о, это хорошая штучка. Но у меня такое ощущение, что мы ее уже априори ненавидим. В принципе, мы с ней общались, так что... Да, мы ее ненавидим. Да что, почему я запрыгнуть-то не могу? Ёлки-палки. О, как думаешь, все пройдет по плану или как обычно? Пойдет по тартарарышному пути. Но это выясним мы только по ходу сюжетной линии. Мы здесь можем пройти. Че, не надо было спрыгивать? Ладно, 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 давай. Наверх. Тут даже стрелочки нам показывают. Давай, дуй наверх. Ну, окей, окей. Только оборудование просто капец. Может, мы гитарку новенькую где-нибудь тут найдем? Хотя нет, эта гитара лучше любой другой. Почитаем. Правки к статье фестиваля «Армстронг». Второй абзац убрать, чтобы никакого негатива. Иначе кажется, будто мы оправдываемся, а это признак слабости. Мимоза. Согласование статьи об итогах фестиваля «Армстронг». Wanderlei Technologies с гордостью сообщает, что фестиваль «Армстронг» в комплексе Wanderlei прошел с невероятным успехом. Гвоздем программы, приведшим зрителей в неописуемый восторг, стало выступление Мимозы. Недовольство выразили лишь те, кто из-за огромного спроса не смог приобрести билет на концерт. То есть вот этот вот абзац они хотят вырезать, что кто-то не смог купить билеты. После выступления Мимоза покинула сцену со словами «Никогда еще не получала в свой адрес столько восхищения. Пожалуй, этот фестиваль станет нашей новой ежегодной традицией». О, каждый год Мимозу смотреть. Ну, такое себе. Погоди! Апгрейд, 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 отлично. Сейчас, походу, будет махач. А нам есть что апгрейдить, потому что у нас дофига деньжищ. По чипам ничего не буду пихать. Я датчики, дополнительную ячейку бы купил, наверное. И что, улучшение ячейки особой памяти. С этим улучшением чай может выбрать сразу две особые атаки и менять их на ходу. О, классно, то есть особые атаки это вот эти вот. У меня сейчас здесь включено вот мощный перегруз. Можем его еще раз посмотреть на всякий случай. Да-да-да, вот эту комбинацию мы врубаем, и там всем каранты. Угу. И получается, если я покупаю эту штуку, то у меня будет возможность на ходу переключать еще какую-нибудь одну комбинацию. У меня тут есть как раз комбинация с гитарой, замес на гитаре, где я прыгаю на гитару и начинаю носиться как бешеный на ней. Вот так вот. Серфить. В общем, ясно. Прикольная штука, но нет. Ладно, я что-нибудь, наверное, прикуплю здесь. Здесь. Мне кое-что здесь нравилось тогда. А, вообще, подожди, особую атаку я хотел же купить, да? Хотел особую атаку купить, вот. Хибики за 30 тысяч. Мы ее покупаем, наконец-таки, и вставляем. Вот сюда, где она тут, хибики. Выбрать. Угу. 23 тысячи у нас еще осталось. Атаки. Прокачаем, значит, за тактовый взрыв. Посмотрим, как это вообще выглядит. Бах-бах. О, ничего себе, ты видел, как там, короче, гитара нарастает механическими шестеренками всякими. О-о-о-о, что творится-то вообще у него там? Бес какой-то. Торнадо. Вот это торнадо интересно звучит. Неужели торнадо буду выпускать? О май гад, смотри, что у него с гитарой происходит. Ха-ха-ха. Класс.
Хочу! Хочу, покупаем, короче, торнадо. Еще у нас 13 шестеренок остается. Ладно, короче, пока на этом все. Покупим шестеренки и купим возможность покупки еще, точнее, выбора дополнительной особой атаки. Вот что я хочу купить. Мимоза! Мы дошли до ее ложи. А ее тут и нету. Так, план Б. Где же ты? До начала полминуты. Свет еще не готов. Танцоры вышли. Все в костюмах. И куда подевалась левая акула? Акула? Вот ты где! На сцену его, живо! Отлично, я замаскировался. До сцены дойдешь сам. Шевелись, акула. Не успеешь, тебе хана. Ну вот, выкинули рыбку на сушу. Чай, мы за кулисами. Где ты? Напялил костюм акулы и на всех парах бегу на сцену. Поторопитесь, мимоза уже там. Чай, забудь о деликатности. Сразу нападай. Да-да, я же теперь акула. Вы только придумайте, куда мне потом бежать. Хорошо. Блин, там, короче, датчик был. Как туда наверх запрыгнуть? А, ну вот тут как бы нормально. Дачуля, иди ко мне. Обожаю микросхемы Армстронга. Они позволяют мне так улучшиться, что потом... О, мы уже типа дошли? Какой замечательный вечер. От лица Vandalay Technologies хочу поблагодарить всех участников проекта «Армстронг». Ну же, поднимите ваши руки! Благодарю вас! Спасибо за поддержку нашего бренда! Вы не пожалеете, что пришли. Ну, как бы, надеюсь. Ну ты, как переигрывает. Поднимайся на сцену. Я почти на месте. Блин, тут весь кайф меня обломали. Я такой уже проникся речью мимоз, такой думаю, ну ладно, надеюсь, что я не пожалею действительно, что я пришел. И такое у меня, что? Действительно, я же здесь по другим делам. Допрыгну. Мои супернавыки не пропью. Гитарские, рок-н-роллские. Мимозочка, я иду к тебе. Погнали. Давай. Как высоко. А вот и я! Акула в небо взлетела. Все в шоке. По-моему, все мне аплодируют. Я затмил мимозу. Попалась мимоза! Еще не твой выход. Отдавай свой пароль спектра! Ты сорвал мне! Хотя... Сегодня вас ждет удивительное представление. К нам присоединится мой хороший друг. Я здесь звезда, и это мой концерт. Музыку! Ну а вы... Наслаждайтесь шоу! Зажжем! Бой! Бегу! Как тебе это? Кто поет? Чай, ее защищает платье. Не получится вот так просто ранить ее. Сперва оглуши ее, а потом уже бей. Понял. Она восстановилась! Еще и восстанавливаться умеет. Так, надо тут блокировать ее атаки. Лови! Ну-ка! Это платье часть меня, и ты с ним ничего. Ой, пощечины больно. Подожди, ну я же ее оглушил вихрем. Погнали! Только не пендливаться умеет. Познай силу. Что ж ты будешь делать-то? Надо было парировать атаки, но ладно. Началось опять орание в ухо. Давай! Попал по ней! Как можно больше урона, пока платье не работает. Вырежьте это из эфира!
тактика! Чай! Ее платье зарядилось! Зови меня и атакуй! Не давай ей встать! Да я тебя зову, а ты что-то как-то плохо работаешь! Пошла прочь, мимоза! Это будет шоу! Отбил одну атаку, но этого нам недостаточно. Руки прочь! Не смей трогать мое платье! Я еще бы ударил. Хорошо. Уходим. Знай силу моего бренда. Силу бренда? У тебя есть крутой бренд? Я бы сказал, что он ни о чемный. Все отбил, да? Я красава. Я молодчик. Хватит голосить мне по ушам. Черт, не дала. Да, бах, бах, давай. Не смей трогать мое платье. Как тебе это? Черт, все как-то сложно. Есть. Ох, хорошо-то я ее поднял в воздух. Тебе это с рук не сойдет. У меня еще чуть-чуть батареечек и... Блин, плохо как-то отразил. И я тебе покажу Кустину мать. Пошла прочь, мимоза, меня. И ты с ним ничего. Ой, плохо. Погнали! Черт. Как тебе это? О, как я ее сбил. А вот лови. Нет, вот это хочу. Поехали. Увлекательно. Добавим интриги и выключим свет. Не, ну без света нечестно. Ни черта не видно. Прикинь, я по ней попал сразу же, моментально. Так, ну теперь-то... Вон она стоит. Черт, какая засранка, а? Не туда попал. Как тебе? Ну я же успел прыгнуть, блин. Фу! Ты что творишь, мадама? Делай, кончай, я помогу. Вот это хорошо. Ух, как я и надрал пернатую ее жопку. Вылетаем, ребята. Они огнем фигачат. Ну, я их всех за борт выкинул, в принципе. Ну что, ты готова? Еще раз спеть для меня. Черт. Хватит тут танцевать, у меня битва в разгаре, а вы тут. Жопа моя! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как вас тут много. Упрыгали. Ну, хотя бы здоровье дали, это ладно. О, как я на нее прыгнул. Я в центре внимания. Все пришли посмотреть на меня. И они ждут кульминации шоу. Как я надеру тебе задницу. Кто тут звезда? Рок-н-ролл, йоу. А что началось-то вообще? Ой, я не то кнопку, не те кнопки жму вообще. РБРРР. Что началось-то? Тут какая-то Guitar Hero. Я по кнопкам промахиваюсь, потому что... Ой, ПРСТ. Играю не на том геймпаде, и у меня кнопки не соответствуют. Поэтому простите меня, если вы думаете, что я лошара. Я не могу забраться. Блин. Что, я ее уделал? Да я ж там мухлевал. Не посмеет затмить меня. Я этого так не оставлю. Эй, детка, спустись вниз. У меня для тебя тут кое-что есть. О-оу.
Нифига себе. Зараза. Что с этим делать-то вообще? Взорвали. А теперь вот это еще надо взорвать, да? А, здесь этот нужен. Не тронь его. А теперь смотри. Начали. Химики. Вот так. О-хо-хо-хо. Это, мой выход. Не на тех напало. Не то вообще нажал. О, этот шарик опять. Зажгло. Смотри-ка. Поможешь? Назад. Опять. Чуть-чуть отбил, чуть-чуть, ну совсем чуть-чуть. Толпа любит меня. О, задел. О-оу. Промахнулся мальца, но ничего. Лови, лови, лови эту пташку. Нет, невозможно. Возможно. Кажется, тут кто-то зазвездился. Пощечину ей давай заряжай. Вот этот фейерверк. Ну класс! Класс же! Вот и место в небе нашла наша звезда. Это все мне овации? К кому и привыкнуть можно. Ты молодец. Думаю, нам пора. Все готово. Перенаправляю ток. Включить свет. Найти их. Перекрыть все выходы. А где именно? Да везде! Жопка-то у него подгорает. Корсика теперь за них. Поверить не могу. Меня окружают идиоты. Ну, остались только мы с тобой. Заткнись, Рокфор. Кейл, я распределил роботов и бюджет так, чтобы в башню даже муха не залетела. Нифига себе, я уж думал, что ты лишь деньги считать умеешь. Лучше не зли меня, Кейл. Почему нет? Если недоделки проникнут сюда, ты ведь покажешь им клыки? Если надо будет, я разберусь. А теперь давай лучше займемся делом. Но сперва выпью кофе. Но столовая закрыта. Я велел перекрыть выходы, при чем тут столовая? Ты велел все перекрыть. Но не столовую же! Как можно в такой день обойтись без кофе? Открыть столовую. А спектра? Придется ускорить процесс. Решу вопрос по-семейному. Ну он и тупой, этот Кейл, да? Его же робот уточнил, какие именно, он говорит, все. Вот все и получай. Оценка А, между прочим. Так, народ, последние ключи у Кейла и у мужика из финансового отдела. Как его там? Рокфор. Рокфор. Оба сейчас в башне Вандалей, а вокруг нее выстроились охранные роботы со всего острова. Как ты узнала? Письмо пришло. Меня забыли исключить из рассылки для руководства. Даже с вашей заоблачной самооценкой всех тех роботов вам не одолеть, мистер Чай. Если Чай не сможет, такую оборону нам даже из пушки не пробить. О, нет. Даже из пушки? Почему ты за слово «пушка» зацепился?
А у меня созрел план. Ну и какой же план? Надо подойти и поговорить со всеми. У кого-нибудь восклицательный знак висит? Нет, ни у кого ничего не висит. Давай тогда граффити сейчас. По граффити у меня тут все нарисовано. Кстати, мне говорили, что у... Рад вас видеть, мистер Чай! Кардамона есть костюмы какие-то для меня, но я не видел, чтобы он что-то мне давал. Сейчас, конечно, ты очень помог на концерте, ты все знал. О, Мяти. Ну, короче, ничего такого в плане костюмов не дает. А, акула у нас, интересно, появилась? Давай посмотрим. Акула, акула. Костюм акулы есть у нас? Не, ничего нету. Ну, по такому поводу, нафига сделали вот этот гардероб, если у меня ничего нету? Вот эту футболочку надену. Робот, поливающий цветочек. По-моему, это мило. Это мило. По поводу мяты остальных ни у кого ничего нету. Я один здесь переодеваюсь. Я понял. Ладно, идем дальше, что? Болтать особо не с кем. Следующий этап. Ну все, пора. План. Я должен был придумать план. Пробиться через охрану мы бы не смогли, надо было ее обойти. А если точнее, облететь. Точно. Ну, в следующий раз выстрелим тобой из пушки, и ты сразу полетишь куда надо. Мята сразу поняла мою задумку. Откуда на фестивале запускали фейерверки? Прямо с крыши отдела тестирования в центре производства. Но теперь настала наша очередь. Надо было запустить меня прямо в кабинет Рокфора, в башню Вандалы. План был безупречен. Я бы сказала, невероятно опасен. Шансы на успех минимальны. Я вообще это в шутку предложила. Но он так настаивал. Мы не смогли ему отказать. Заручившись поддержкой, я под покровом ночи проник в центр производства. Че, серьезно, из пушки нас пульнут? А мы выживем? У меня только рука железная. Что вообще происходит? Вот это махач! Жаль, вас там не было. Поверить не могу, что ты выжил. Присоединяюсь. Никогда такого не видела. Ну, пусть все останется между нами. Ну, я на месте. Так, Чай, тебе нужно подключить восьмерку к пушке. Получив доступ, я настрою траекторию полета снаряда. Как-то стрёменько это выглядит, когда у кошки четыре личности внутри. Как будто она вниз не спрыгнет, да? Как будто у нее расчетверение личности. Это очень опасно. Ну, мы же знаем, что это... Погоди, мы сейчас прямо летим, я думаю, мы уже пухнули. Ладно, погнали. Лоадинг. Связь есть. Кардамон, настраивай координаты. Чай, мне письмо пришло. Все знают, что ты там. Черт, да когда меня уже удалят из рассылки? Кардамон, ты там долго еще? Извините, мистер Чай, еще минутку. Ладно, я тогда опробую... как раз опробую свой торнадо. Да хоть две минутки. Бой. Ребята, торнадо хотите? Нифига себе! Вот это мощь! Скажи, конечно. Ай, ну это было, конечно, лишним. Еще хочу, еще торнадо. Смотри, опа! Нифига себе, я их как мухобойкой. Погнали! Да не того, кардамон. А, ну хотя тоже пойдет, ладно. Собираем ошметки. Кто кого, по-моему, я... Нифига себе, торнадо это вещь, вообще реально штука. Правда, заряжается долговато, но оно стоит того. Ножи, выходите, деточки. Я подготовил пушку к выстрелу. Осталось лишь скорректировать траекторию. Корректируй. А побыстрее нельзя? Точность выстрела весьма важна, мистер Чай. Вот шкала, по которой вы можете следить, сколько осталось ждать. Прошу, надеюсь, вам нравится. Долбаные загрузки. Чай, защищай пушку. Разумеется, это важнее, чем не отвлекать меня. Кардамон, не все привычки стоит принимать.
Улетел один. Так, иди сюда. Другой гитарное шоу получил. Что там у нас? Самурай подъехал. О, реально самурай подъехал. Гармоника! Лучи света вам! И счастье! Чай! Враги ломают пушку! Козлы! Специально для вас отметил, кто именно. Сейчас! Кто это делает? Кто? Я сейчас... Вот этот козлина? Покажи ему! На ему! Мы сейчас с ним вверх улетим и разберемся там. А, все, он сдох. Вот-вот ломают. Займись теми. Кардамон почти закончил. Добей остальных. А? Сейчас все будет. Сейчас, не вопрос. Да блин, их слишком много. Начали. На! Да почему я его не добил-то внизу? Сдох. Куда ты отскакиваешь-то? Давай, решим все на месте. Я его в космос запустил, такого здоровяка. Мощно. Не думал, что я так с ними могу. Прогресс остановился. В чем дело? Странно. Сигнал пропал. Что могло вызвать неполадки? Серьезно? Срать не пересрать. 99%. Это кто? А что ты такой огненный-то? Кажется, я догадываюсь. Прекрасно, мистер Чай. Нифига не прик... Чай, уклоняйся. Горю. Легко сказать, уклоняйся. Ну-ка. А, блин. Сейчас он пониже спустится, и я, короче, его с нашей подругой завихрю. Давай. Да блин, опять горю. Пусть упадет на землю, тогда я смогу потушить огонь. О, теперь получилось. Выход. Твой выход, говоришь? Плазмой шахни его. Снова загорелся. Убил их, Кортика. Не, она так не... О, достал его. Офигеть, молодец. Черт. Корсика. Потуши-ка его. Он улетает от меня. Засранец. Что, сломал? Падай. Добивай. Да блин. Зараза, зачем я ему? Увернулся. О, он потух. Покажи, Макс. Черт. Какая птичка эта фениксовая, бесячая. Ты вниз спустишься? О, сейчас будет спускаться. Нет, не будет сейчас спускаться. Сколько огня! Блин, она мне все равно хватает. Короче, вверх подниматься вообще без толку. О, зато потухло. О-оу. Нифига себе. Порезали пташки. Какие крылышки. Я же забормотал. Ну все же, давай уже. Восстановлено. Ура! Чаю даже почти не пришлось страдать. А мне пришлось. Пушка нацелена прямо на кабинет Рокфора. Нужен лишь снаряд. Им буду я. Какой же крутой план! Какой же тупой план! Надеюсь, сработает. Ребят! А это чё?
Дирижабль? Оу, а это я в расчетах не учел. В любом случае, в башню он попадет. Просто не на тот этаж. Не, ну это как бы нормально. Кейс, слезь своей жопкой с меня. Я внутри. Вроде никто не за... Ну вот. Отстой. В столовку залетел. Чуваки, вам вредно жрать такую пищу? Ну, не похож же. Вообще не похож. Это не я, ребят. Я пожрать залетел. Вот отстой. Бой. Ну не. Да нафиг вы. Сколько вас? Вах-вах-вах-вах-вах. Давай, макарон. Закатаем рукава. Зараза! Горчик, за меня не бойся! Видали, как я на гитару приземлился? Этот улетел. Так, здесь нужна плазма. Вперед. Хорош. Теперь ты, ребята! Два. Готов? Рокфар, а ну разберись! Оп! Погнали! Погнали! О, ребят, у меня чуть-чуть осталось это до супер-купер-пупер удара. Теперь ты! Где этот гитарист? А, ну я гитарист, вот эту штуку хотел сломать. Вот это имел в виду, где эта штука? Конечно, парень. Поехали торнадить! Начали! Опять запустили свою шарманку. Давай-ка я тебя прикончу уже. Не убегай от меня, дружок. А, ну все, в принципе, вот так вот, поехали. Парочку подорвались, это хорошо. Так, ты идешь ко мне наверх. Вот то, что нужно. Саперкота его. Ну что, всем все понравилось? Отлично хавать бургеры, да, и смотреть на бой. А чё так много? Спасибо. Поможем тебе. Готов? К чему? Я реально снаряд какой-то. Шеф-повар выбежал. Никому не одолеть поваров банды. Китаёз-майоза, а? Так попади сюда. И те кранты. Ого, как ты там оказался сзади меня. Ой, ой, ой. Погнали. Закатаем рукава. Когда уже тебя можно будет лупить? Машем макарон! Я им покажу. Хорошо. В черную дыру попался. Ну и мне тоже досталось, в принципе. Ого, ого, ого. Что-то новенькое сейчас будет.
Я приготовил тебе омлет, но тебе не понравилось, поэтому я тебе снесу башку. Кто кому еще снесет? Хотите еще? Не, не хочу. Этого пацана покажите. Комбо с Корсикой надо намутить. Да, кстати. Давай вон на том попробуем. Иди сюда. Сейчас, 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 сейчас. Корсика, иди сюда. Корсика, выйди, выйди, выйди. Сейчас, 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 сейчас. Да блин, достань-то уже. Достал, я сейчас сдохну. Я всего лишь хочу с Корсикой комбо намутить. Покажи, Макс. А, это не то, не то, не то. Подождите секунду. Вот так вот. Хорош! Ой, сейчас будет комбо. Ну вот. Ты не будешь загонять на китайском? Это хорошо. Что он не загонял на своем японско-китайском? Где еще один? Ну иди сюда, куда ты убегаешь-то? Разлом земной сделал тут. Ух. Ну, все счастливы. Я могу идти, да? Признаю, вот ща была жара. Сэр Макарун от волнения упал в обморок, но уже очнулся. Чай, все получилось. Башню больше не охраняют. Говорит Рокфор. Все перекрыть. Обороняйте финансовый отдел любой ценой. Ценой. Что-то я шутку его не усек. Я, наверное, отупел, как чай. Все, размотали. Все, можно сюда пройти. Холодос, спасибо тебе. Давно не виделись. Вижу, вы попали в непростую ситуацию. Ты что, пожертвовал собой ради меня? Нет-нет. Я всего лишь шел пообедать. А, ну, все равно спасибо. Всегда рад помочь. А чё, куда нам? Вроде как стрелка показывает сюда, но там нифига. А, вон наверх. Что, что виндшахта работает? Все лочится. Как он сцит-то меня, а? Понятно, я троих... Сколько? Да, я троих ушатал уже. Он не хочет со мной встречаться. Я грозный противник. К тому же он дед. Хотя он может таким дедом оказаться, что и все прошлые три покажутся мне щенками по сравнению с ним. Дальше ты не пройдешь. Рокфор ошибается. Под вами есть проход. Да, я тоже его вижу. Батарейку обязательно возьму. А чё не нажалось-то? Кстати, ничего не пропустил случайно там упер крутого? Да нет, вроде бы. Поскакали наверх. Давай чай. А! Фига себе, если бы он не сказал «давай чай», я бы профукал этот момент, что надо цепляться. Вызовем ветрогенератор. Ну-ка. Я разберусь. Три, два, раз, погнали. О, нифига себе, как они рядышком там расположены-то. Ты меня не бойся, начнем. Три, два, раз, погнали. Ух, близко было к провалу. Бежим, 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 бежим. Скоро, быстро, быстро, быстро. На нитро, нитро. Куда стоять? Блин, обосраться можно. Погнали. Ну, стреляй, ты че, мята? Ну, давай. Ой-ой-ой, ну я успею, не успел. Попытка номер два, побежали. Бегом, бегом, бегом. Там сейчас все уже раздуплено, все как раз для меня сделано. Так сказать, вторым я пройду этот класс. Нет, я не попрыгаю. Вот так вот прыгаем, потом сюда и цепляемся. Да почему он не цепляется-то? Что за подстава какая-то?
Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Берегись! Колобок! Ты ли это? Бой. А как тебя зовут? Чай, я разобью щиты! Понял. Покажи, маг! Есть одной левой. О, прикольно, он его ушатал. А, нет, надо еще бить по нему. Машин, макарон! Конечно, пойду. Что, еще тебя надо лупить? Давай, вот, вот так вот мы тебя. Вот так вот. О, лысенький какой. Ой, я убегу, наверное. Видал, я гитару тебе собрал, а ты убежал от меня. О, это вот... Нифига себе прикольно. Чё он мутит, этот макарони? Бабарах! Бандалах! О, наконец-то комбо его. Без комбо дальше мы никак. Блин, не пробил. Ладно. Еще раз. Промахнулся последний, но все равно его раскуролесил. Где-то лифт сработал, кажется. А. Недалеко. Вроде да. Рядом с атриумом, который как раз впереди. Если увидишь, где можно сократить путь, свистни. Я бы не прочь тоже сократить, потому что тут... Я боюсь представить, какие роботы будут с Кейлом, когда мы к нему пойдем уже напрямую. Как минимум, у него точно будет тот бот, который нас с поезда скинул. Вот. Ну, это его костюм, экзокостюм, видимо, который он управлял при помощи интернета по вайфайчику. О, вот это хороший знак относительно. Дальше нас ждет очень что-то крутое. Посмотрим, особые атаки новые появились. Так, что же там за особая атака какая-то новенькая? А где она? Сладкая булочка, она? Прикольно. Что это за анимешная всякая штука? Не, ну, на это деньги я тратить не хочу. Подожди. Чип или где предмет? Вот, мне еще чуть-чуть надо, чтобы улучшенную ячейку с особыми атаками открыть. Десяточки не хватило, ладно. Хотел что-то улучшить, но вспомнил, что хотел, и подумал, что лучше подержу, воздержусь. Поднакоплю, потом приду и всех раздуплю. Когда у меня будет две особых атаки. Хотя один фиг на две атаки мне не хватит. Мне на одну-то еле хватает особую атаку. Добро пожаловать в технологическое будущее под началом Бандалей. А, вот и атриум. Налево и наверх. Да, вижу. Кабинет Рокфора вон на том балконе. А путь наверх проще простого. Это там, где написано «Анансе»? Просим сотрудников входить в комнаты только через дверь. Мы только через окна входим. Нет, опять эта птица. Вот отстой. Без паники. У мистера Чая все путем и все схвачено. Спокойно. Ты почти у цели. Ну, зашибись вообще. Ой. О, господи, как меня эти щитники бесят. Погнали. Постреляй-ка в них. Вот этот подрыв, вот этот я понимаю.
О, а ты откуда взялся? Собакен. А? 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 Ты откуда взялся? Иди сюда. Подойди ко мне. Да ты чё? Да я тебя поглажу, пёсель. Ладно, получай. Моё комбо будет быстрее, чем твоё. А чё, мы даже не попали по нему, потому что он в углу засел? Сраный кемпер! Кстати, были когти его, да? Походу, мы могли Макару... А, подожди, вот. Стойка, стойка. Макаронам могли его когти в него же пухнуть. Дай мне батареек, говорю. Я тебе еще одну комбо покажу, крутое. Ой, кажется, он сейчас будет комбо показывать. Я не успел. Почему везде мои портреты? Я ж ничего плохого не сделал. Я добрый малый гитарист. Бой! Чё ты не кончаешься-то? О, она! О-хо-хо-хо! Как меня там растянуло-то от веселья. Что, нравится восьмерка? Всем сотрудникам в атриуме! Содержать посторонних! Я выделю бюджет! Деньги ничего не решают в этом мире. Ну, хотя, ладно, я пошутил, решает многое. Иди дальше. Во-первых, я и так уже иду. Во-вторых, не надо мне указывать Корсика. Я уже взрослый. Это говорит чувак, который сам в пушку полез. Но сработало же. Ну, почти. Фух. Мы где-то внутри. В каком-то офисе. О, прикольно. Прикольно. Офигенно. Но жалко, конечно, их грохнуть нельзя. Они, в принципе, добрые. Ничего не могут мне сделать. Нормально. Вот. Что у нас здесь? Записочка. Так. Достижение. Читать все это обязательно? Ну, мне интересно почитать, поэтому я читаю. Извини, чай. О сокращении расходов. Вот Ракфунра, или как его там зовут? Сокращение. Хочу поблагодарить все отделы за вклад в достижение нашей общей цели по сокращению расходов. Безусловно, добиться этого было нелегко, однако благодаря этому в последнем квартале мы заработали максимальную прибыль за всю историю корпорации и смогли наградить наших лучших сотрудников дополнительными премиями. Отдельно хочу отметить предложение финансового отдела убрать у программистов из НИО левые руки и ноги. Гениально! Рокфор! Ты прикинь, роботы сидели там, просто печатали, ну, помогали отделу аналитики. А им взяли и за это то, что они хорошо работали, убрали левую руку и ногу. Вот это благодарность, вот это премия, да? Обалдеть. Понятно, что они за счет этого... А как они за счет этого расходы уменьшили, я не понимаю. Ну да ладно, это не мое дело. Приносим извинения за неудобства. Игнорируйте взрывы и просто работайте. Это, наверное, на производство новых роботов. Они им сразу же не делали новые ноги и руки, поэтому они на этом сэкономили и заработали, так сказать. Сэкономил, заработал. Макарон! Готов? Да хватит ныть! Не убегай! Я отправляю тебя в рай! Ладно, этот убежал, пофиг, не буду его догонять, а то опять скажет, зачем ты робот-пылесос мучил, он же такой няшный. Вот автомат-то можно же помучить, да, никто не скажет, что он няшный. Было у кого-нибудь такое, что купюрник туда вставляешь, монетку или что-нибудь, или карту прикладываешь, а у тебя там застряла бутылочка, не упала тебе. И ты трясешь этот автомат, чтобы он тебе выдал. У меня такое было один раз. Благо все обошлось. Так, в компике что-то можно почитать.
Сейчас мы заглянем. Смотри, это же комната зеленая, говорит, можно зайти. О-о-о, чуть не пропошел мимо я. Так. Там что-то, что это за штука? Здоровье. Баллон здоровья, классная штука, но у меня почему-то не наполняется он. У меня вон там над иконками есть этот баллон, но наполнить его никак не получается. Предзаказ толстовок. Предзаказ памятных толстовок для сотрудников. Кейл заверил всех, что ситуация со сбежавшим дефектом скоро решится окончательно. Поскольку этот случай вызвал в рядах сотрудников небывалую шумиху, мы начали прием заявок на предзаказ толстовок с надписью «Я пережил фиаско с дефектом на проекте Армстронг». Цвет толстовок ангельский белый, надпись выполнена шрифтом Tangolian Rail. Для всех выживших сотрудников на толстовках будет изображен их уникальный номер. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы выбрать нужный размер. Предупреждение, ссылка на сторонний ресурс автоматически удалена. Бедный робот, они даже не могут толстовку своего размера выбрать, потому что ссылка удалена. Вот это троллинг. Я люблю корпоративы, я люблю корпорацию, где гендиры тролли. О, сыграем? Игрик. Бинго. Ну вот, драка сейчас будет. Или не будет? Пожалуйста, не надо драки. Слава богу, тишина. Мы и так сегодня нафатились, просто и очень много записок. О, справочники Вандалы, справочник для сотрудников Вандалы. Здесь вы найдете простое пошаговое руководство, которому нужно следовать, чтобы добиться успеха. Делайте все лучше всех и больше зарабатывайте. Благодарим за внимание. Все 150-788 тысяч второстепенные условия перечислены в серии обязательных онлайн-курсов для сотрудников. На прохождение курсов дается одна неделя. Чего? 150 788 второстепенных условий перечисленных в серии обязательных онлайн-курсов? Это что за курс такой, где 155? Ужас просто, 155 тысяч условий и пунктов. О-о-о. Или я что-то не так прочитал, а неважно, короче. Ладошку, на ладошку сядем, насрем как голубь. По красоту там наведем. Ой-ой-ой, ничего, вот это фееричный пролет. И драка, конечно, как же без драки. Ну, наконец-то! Да я б так не радовался. Вау-вау-вау. Дай-ка я полетаю. Да блин! Я только полетать хотел. В огонь-то зачем пихать свою жопу? Да елки-палки. Корсика, выходи! Ого, ого, ого. Наваляем, горчик, назад. Да японский. Сожгли его. Ой, 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 ой. Вихря, хочешь хавать? Отхавать вихря? Подожди. Сейчас. Какой большой ветер! Зараза, и он тоже комбо врубил. Смотри, что творит, а? Негодяй! Повторюша, Трюша. Не, ну только не птица, как я их ненавижу-то, а? Ай! Да ладно! По яйцам ей тащил. Крести яйца! Задаем чай. Ладно, ты достала меня. Надеюсь, я достану до нее. Нет, я до нее не достал. Вот это обосраться можно. Но тем не менее. Тем не менее, взрывом я ее ушатал. О, мы Кейлу что-то отвалили. Проблема решена. А как теперь подняться? Мы Кейлу сейчас весь нос разбомбим здесь, в статуе. Я вот чувствую, что мы что-то ему... Или голову снесем на верхушке. Прилетит какая-нибудь еще одна птичка, и мы там зафатимся с ней. Прямо на макушке у Кейла.
А, мы ему горло будем дырять. Перестановку. За дело! Ты звал? Да. Получай, статуя Кейла. Ну, зато проход открыт. Насчет башки я угадал. Тут татух у него никаких не было. Вроде нет. Ну, ладно тогда. Подожди, вниз давай спрыгнем. Тут же вон сколько коробок. Нам это пригодится, чтобы вкачать вторую ячейку для наших особых способностей. Ништяк! Наконец добрались до кабинета. Там вон батареечка, обязательно ее возьмем, она нам сейчас в битве с боссом пригодится. Что-то я запердяхался, пока добирался до второго этажа. Хотя нифига это не второй. Я не знаю, на каком я. Здесь нумерации нет на этажах. На. Так, а чё, куда? Я хотел к магазинчику подойти. Вот он, магазинчик. Там у нас тоже шестеренки. Сейчас. Опа, записочка. Подготовка к встрече с Рокфором. В отделе кадров посоветовали записывать все свои задачи и достижения, чтобы не терять энтузиазм. Итак, я собираюсь представить новый проект бюджета. Там, конечно, добавятся новые статьи расходов, но наверняка все в компании это оценят. Уверен, что Рокфор этот проект одобрит. Он вообще мужик разумный. Чувствую себя на все 100. Интересно, кто это писал? Робот? Или разумный человек? Вот даже интересно. У нас 45 тысяч шестеренок, и мы сейчас позволим себе переключение уникальных способностей. Наконец-то мы это купим. Чипы. Ой, не сюда. Чипы, Дейлы, чипы. Опа! Все, я теперь могу. Где у нас особые атаки? Я хочу еще вот что. Что-нибудь. Кибики у нас есть, мощный удар есть. Давай полет на гитаре. Вот, замес на... Ой, я что-то купил, что ли? Да не. А, я это... Не, давай это пусть будет куплено. Все, я продал, потом заново купил. Квинтокорд. Сейчас я посмотрю, что это у нас там. Ой, замес мощный с квинтокорд. Мощный перегроз. Кибики замес на гитаре вот хочу. Вот сюда. Все. Теперь мы можем на гитаре кататься. Красные двери нам сюда, точно. Кто-то в телефон звонит. Мне поднять трубку? Телефон? Неожиданно. Ответишь? Алло? Эффектно появляться ты умеешь, но на твоем месте я бы развернулся и ушел. Поторговаться решил? Не выйдет. Думаешь, я дам тебе сорвать наши планы? Лишить нас прибыли? Да при чем тут деньги? Деньги всегда при делах. Так что лучше не буди во мне зверя. Неприлично трубки бросать вообще-то. Хотя бы пока сказал. Он так просто нас пропустил? Да он просто размазня. Не знаю. Сотрудники его побаиваются. Говорят, он волк в овечьей шкуре. Не будь так самоуверен, Чай. А я знаешь, что думаю? Нифига себе тут самураев. Я думаю, что он сейчас будет откупаться от нас. Он нам денег предложит. Огромную кучу. А чего у меня, кстати, гитара синяя? Она ж вроде красная была. А, вот с этой стороны красная, с другой стороны синяя. Блин, ну я сейчас буду с этими самураями биться, а чё? Можно их разбить как-то? О, как тут красиво. Инвестиционные всякие штуки. За рынком следит. Облигации, не облигации, бумаг, не бумаг. Курсами валют, золото. Ну, здравствуйте. Рокфор, гони ключ от спектра. Живо! Да, конечно, забирай. Ты чё, за идиота меня принимаешь? Ну, попробовать стоило. Напрасно ты меня злишь. Кейл спас меня, когда я умирал. Я был умен, но слаб. Но он все исправил. Да ну, для баланса он сделал тебя слабым дурачком? Ты зря тратишь время, а время — деньги. И растрачивать их попусту я не намерен. Я тебя не боюсь. Ах, сопляк, а ты любишь недооценивать врага. Thank you.
А вот и волк вылез. Или это не волк? Да это прямо оборотень. Ван Хельсинг, выходи. Ребят? Что, теперь не такой крутой? Корсика, те сотрудники не шутили про волка! Мать честная. Хочешь найти Кейла? Сперва сойдись со мной. У меня, честно, челюсть отвисла. Как его бить? Я батарейку сейчас зарядил. Это... Как тебя лупить? Это сила! Так, погоди. Скажи, Марк, будь тебе не подругал. Это работает вообще на него? Черная дыра. Больно, да? Да не больно. А что у меня сейчас включено замес на гитаре? Нет, мне нужно ахибитни. В принципе, можно и замес на гитаре устроить. Почему бы и нет? Я покатаюсь здесь чутка. Сколько я с него выбил-то? Сейчас мы тебя устроим. Погнали! Не, с Корсика не получилось, не получилось. Корсика, эй! Да, шустрый, ничего не скажешь. Воу! Вовремя я прыгнул. Че, его ушатал? Начали. Да не, еще не совсем. Но он стал мелким. Мелкий паразит, иди сюда. Отстань! Уделай, Корсика! Погнали! Мы с тобой, Чай! Друг! Отвали от меня! Идеть! Ха, щит врубил. Теперь ты! Отвали, Рокфорд! Отстань! Макарон. Блин, макарон не долетели чуть-чуть. А. Блин, че, зачем этот замес сделал? Теперь ты. Будь тебе не по зубам. Да елки-палки. Надо переключить замес на хибикин. Стой. Я к одной левой. Отстань! Е-е-е. Ну, не такой страшный. Ты сильнее меня злишь. Да куда уже сильнее-то? Где в нем столько железа спрятано-то было? Давай перейдем в более укромное место. И будем мешать соседям. Опять по новой, да? Удобно, что он высокий такой. Его бить удобно вверху. Ну, в смысле, в воздухе. Здоровье бы мне не помешало, конечно. Сражайся! Нифига себе, под замес какой попал. О-оу. Чай, берегись. Зови меня, я помогу. Куча, порядок, Чай? Ого-го, что творится-то вообще? Класс. Классно вообще. Хватит. Блин, это было больно очень. Я разорву тебя.
Здоровья, гляди, сколько у меня. Снова комбо. Убила их, Кортика! Нас не запугать! Промахнулся один раз. Но в целом мы вроде бы как... А, одолели его. Ты ничтожество! Я ненавижу. Уф! Больно, да? Снова вылез из своей. Куда ты, мышонок? О, вон ты где. Ну вот, началось. Че, мне их можно как-то лупить? Отстань! Блин, опять эти сейчас? Ну да, включит. Зараза. Опять включил? А что так быстро-то? Ого! А здоровье видел мое? Отстань! Готов? Спектра. Сколько денег потеряем? Подсчет окончен. И тебе конец. Ты сам хоть понял, что сказал придурок? Красиво, эффектно, молодежно. Отсылка к Скрудж Макдагу. Я вкладываю в будущее, но не в твою. Бой! Давай, по-новому, у меня теперь тоже здоровья хватает. День. Это сила! Начали! А вот и я теперь тоже начинаю. О-о-о! Фул! Вот так! Сколько с тебя вывалялось? Засранец. А, ну давай, давай, выходи. Ну я ж прыгнул. Ого, класс. Фигурки всякие из-под монет высовываются. Да зараза. Сколько можно-то? Его чем-то лупануть, что ли, нужно? Хватит! Ты ничтожество! Ребята, отвали, Рокфорд! Я дам тебя. Да ты что? Давайте замес на гитаре намучу. А то тебе скучно что-то. Промахнулся. О. Это наш шанс. Он сдуть собрался меня. Вместе мы справимся. Нормалды? Ты такой смешной. Веришь в свою победу. Но пока ты продолжаешь меня злить... Я никуда не денусь. Настал час убить бабло, я тебя... Реально, настал час рубить бабло. Завалила его на... Прибыль за третий квартал получена. Остерегайтесь падения акций. Как четко. Спасибо. Уф. Эта серия была зубодробительной. Привет.
Ох, вы бы видели, какой был замес! Мы наблюдали через дверь. Леди Корсика сказала, что вы сами справитесь. Кардамон, не обязательно повторять все, что слышишь. На очереди Кейл. Мята, ты как, готова? Да, наконец-то. Кейл хитрее и гораздо умнее всех нас, особенно мистера Чая. Нам лучше подготовиться. Я должен быть уверенным, но мне страшно. Так, народ, общий сбор. Макарон, главное верь, что все получится. Мята, будет сложно, но не давай волю чувствам. Корсика, я знаю, что ты сохранишь хладнокровие. А ты, Кардамон, просто будь собой. Знаете, я горжусь нашим чаем. Он так изменился. Короче, давайте готовиться. Ну что ж, это мы перекочевали теперь сюда, да? Это наше убежище, мы тут все так стоим, что-то ждем. В общем, походу, финалочка. Но это мы оставим уже на следующий раз. Поэтому, если тебе понравилось и ты хочешь увидеть финал всей нашей истории, то не забудь поставить лайк и подписаться. И тогда мы вновь с тобой увидимся. До встречи!